Эти широкие прозрачные двери ведут не в театр, не в дворец культуры, а в царство синтетики, электронной автоматики, чудесных волокон. На опытно-показательной ткацкой фабрике Московского шелкового комбината установлено 600 станков-автоматов. У станков 90% рабочих комсомольского возраста. В ткацком зале создаются превосходные материалы из синтетических волокон. Фабрика будет ежегодно выпускать более 3,5 миллионов метров красивых и прочных тканей.